Приветствую всех на канале «Учимся делать все». В этом мастер-классе будем делать вот такую вот красивую заколку. Материалы, которые нам необходимы, это бисер, номер 10 идет, бусины. Такие бусины нам необходимо 12 штук. Большой размер 8 мм. А также нам необходимо маленькие бусины. Размер бусины 4 мм. Таких нам необходимо 21 штук. А также нам необходима основа для заколки. Одну штуку. Леска у нас уходит 1 метр 60 сантиметров. А также нам необходима зажигалка, ножницы. Набираем 7 штук маленького бусины и делаем узелок. После того, как сделали узелок, проходим через 2 бисера, бусинок. По привычке бисер, говорю. Через 2 проходим. Теперь набираем маленькие бусины, большую бусину и маленькую бусину. Пропускаем бусину, бисер бусину, должны пройти через бусину и через маленькую и через следующую. Вот что у нас получилось. Снова должны такой же набор сделать. Точно такой же набор. Бусина маленький, большой бусина, маленький бусина. И проходим через большую и маленькую бусину. Снова такой же набор. Маленькая бусина, большая бусина, маленькая бусина. Снова должны пройти через большую бусину, через маленькую и рядом стоящие. Вот. Теперь набираем одну маленькую бусину и проходим, сейчас середину сразу поставлю, вот она, вот так должны поставить, получается напротив него, вот здесь вот проходим, вот таким вот образом. Тогда наша бусина должна встать в середине. Вот так вот она встала. Теперь должны 7 штук бисера набрать и должны через верхний, вот отсюда выходит наша леска, через верхний маленькую бусину должны пройти. После этого теперь должны набрать 6 штук бисера и должны пройти через один бисер из 7 и через рядом лежащую бусину. Вот так вот. Вот что у нас получилось. Точно так же мы должны делать следующим.
Снова набираем 7 штук бисера, проходим через наш бусину. Теперь набираем 6 штук бисера, проходим через 1 бисер и бусину рядом. И следующие точно так же должны. Вот 7 набрала, теперь 6 набрала, прохожу через 1 бисер и 1 бусину. Вот у нас что получилось. Теперь разворачиваю изделие. Прохожу через средний бусину, через боковую, через верхний, и нам надо через верхнюю бусину вывести леску. Так вот получается, здесь я вывела. Теперь у меня набор бисер, бусина, бисер. Прохожу рядом сверху, вот отсюда выходит наша леска, рядом бусину, сверху вниз прохожу. И тогда вот здесь у нас середина встала. Теперь нам надо здесь нашу леску вывести. Это уже делайте, как вам удобно. Выведите леску. Вверх должны вывести. После того, как здесь вывели, снова набираем бисер, бусина, бисер. Вот наш набор. Должны пройти через средний, середине, через бусину. Вот так. Сверху вниз. Когда все подтянули, вот что у нас получилось. Теперь нашу леску должны через крайний, вот так, бусину выводим, а также через бисер должны вывести возле бусины. Теперь набираем 8 штук бисера, проходим через следующий бисер. Таким образом, вот так вот полукруг у нас образовался. Теперь должны набрать 1 бисер и здесь должны пройти через наш следующий бисер возле
бусины. Вот так пустое место мы закрыли. Снова набираю 8 штук бисера. Прохожу через следующий бисер после бусины. Теперь леску должны здесь вывести. Вот здесь вот получается у нас вывели. Набор наш бисер, бусина, бисер должны с этой стороны теперь проходить. Вот так. Через два сбоку вниз. Таким образом, вот наша бусина встает в середине. Теперь нашу леску должны вывести там, где наша бусина. Возле бусины должны нашу леску вывести. Точно так же 8 штук бисера должны набрать, как до этого делали, и проходим через наш бисер. Вот что у нас получилось. Теперь леску нам необходимо вывести. Вот с этой стороны. Леску вывела. Через третий бисер набираем 3 штуки бисера, проходим в сторону лески и через следующий. Набираем 2 штуки бисера, проходим боковую через один бисер в сторону лески и через следующий бисер. Снова 2 штуки бисера набираем, боковой и через следующие 2 бисера. Снова 2 штуки бисера. Набираем боковой и через следующие 2. Таким образом, здесь мы закончили. Здесь у нас получается 1, 2, 3, 4. 4 верхние должны быть. Теперь с этой стороны через 3 штуки бисера проходим. И набираем, как до этого, 3 штуки бисера. Проходим через 2 бисера в сторону лески и через следующие. Точно такой же набор, как до этого мы и делали. Точно так же все должны дальше проходить. 2 штуки бисера набрали, боковой и через 2 бисера. Здесь у нас должна быть 6 штук. Вот все.
Вот здесь, если считать, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук вот в этом месте. Теперь здесь должны пройти вниз еще через один бисер. И с этой стороны через два бисера должны проходить вверх. И в этом месте, как в старые добрые времена, три штуки бисера набираем. Проходим через два бисера. И дальше, как до этого делали, по два штуки бисера должны набирать и дальше плести. Два штука бисера набрала. Через боковую и через два бисера. Здесь тоже 4 штуки оказалось у нас. Вот что у нас получилось. Теперь леску надо вот здесь вывести, а эту отрежем. Вот здесь вот вывела. Теперь набираю 6 штук маленького бусинок. Прохожу в сторону лески. Потом через 2 бусин должна пройти. Дальше, как до этого делали, должны проходить маленькие бусины, следующий набор, большая бусина и маленькая бусина. Должны пропустить через нашу бусину. Через два бусины, маленький, большой, маленький, и через следующую маленькую бусину должны пройти. Вот что у нас получилось. Снова набор точно такой же. Маленькая бусина, большая бусина, маленькая бусина. Проходим через большую бусину, маленькую и через еще один маленький бусин. И снова маленькая бусина, большая бусина, маленькая бусина. Снова такой же набор. Прохожу через большую, маленькую и еще один маленькую бусину. Вот что у нас получилось. Теперь маленькую бусину набираем. Как до этого делали, в середине должны вставить, напротив через бусину должны пройти. И дальше вы знаете, как плести. Плетение точно вот такое же должны дальше делать. Здесь должны набрать вот эту 7 бисера. Через бусину должны пройти 6 бусин. Потом вот так дальше идем. Вот таким вот образом у меня полностью вот так вот получилось. Оплела полностью. Теперь мне надо заколку вставить. А как заколку вставить, я уже как-то в одном уже из видео показывала. Вот готовым видео вот так вот будет с заколкой вместе. Вот так в нескольких местах заколку леской проходила. С этой стороны ничего не видно соединение, а вот с этой стороны видно соединение.
такая вот красота у нас получилась. Можно вот эти средние или маленькие бусины, так сказать, можно использовать такого же цвета, как наши бисеры. А можно вот так вот выделять, как в моем случае. Я сделала специально вот такого стального цвета. Вот если здесь видите, то здесь ткань нижней видно, а вот в этом месте не видно, так как у меня сам основа заколки тоже идет такого же цвета, и поэтому она сливается в этом месте. Вот такая вот маскировка. Ждите следующим мастер-классом, а я от вас жду подписок и комментариев. Всем пока!